Всем привет, с вами Станет 69 Full. Это мое новое прохождение под названием Enhan 2. Игра как бы жестокая, так что беременным женщинам и детям лучше ее не смотреть. Так, начинаем новую игру. Да. Тут при... Так, все. Здоровый или сумасшествие? Выберем-ка здоровый. Перезапишем на это. Так. Игра сохранена. Пропускаем обучение, оно нафиг нам не сдалось. И смотрим заставку. Так, и мы увидим, что наше злобное я что-то хочет. Пойду вперед, разведаю территорию. Дэнни, смотри, в оба что-то там дали. Следуй за тобой и так далее и тому подобное. Каждый на нас может спасать, что-то блевануть или так далее. Они тут такие жестокие, вот эти вот чуваки. Он нас посыт. Вот. Сули, бля. Так уж. Это какой-то вообще блевается хней какой-то. Говном, наверное, кидается, что ли? Чем-то таким. Это у нас тут повесился. О, аж качать его можно, как на качели. Мужик, покатайся. Ла-ла-ла. Да, какой-то ты не гибкий сильно. С тобой не поиграешь. Что-то там странное написано. Так, берем наше первое оружие. This guy stands between you and freedom. I don't want to hurt anybody. If he sees you, he will kill you. Подходим к этому осторожно. Пробуем сейчас сделать суперкил. Go on, try it. See how it feels to own a life. Так, мы в глаз ему воткнули его же шприц. Это получилось очень жестоко, вот поэтому эту игру запретили везде. Буквально везде, кроме России. Ой, или не знаю я, ну, запретили ее очень много где. Так что, как я сказал, беременные женщины и дети, не смотрите эту жесткую игру, ахаха. Так. Так. Охренел. Мне казалось, он нормальным. Ну, теперь-то ему точно звездец, если, конечно, он нас не, нам не наваляет. Хотя я в этом не уверен, что он нам наваляет. Финиш гейм. Ну, подыхай же ты.
У нас опять всякие глюки, шпуки, руки. Тому подобное. Надо найти какой-нибудь шприц или что-нибудь найти. Чем можно хорошо завалить. Короче, тут есть три стадии. Первое. Убийство жестокое. То есть, первое, обычное. В ней ничего такого не будет, как бы. Просто вот обычное убийство. Вторая. Естественно, хуже. И третья вообще уже через грани. Так, он нас увидел все-таки как-то. Как он нас так видит? Ё-моё, не могу понять. Козлина, а? Сейчас меня завалит. Эх, одна смерть, я думаю, ничего не решает. Эх, как я быстро проиграл. Ну ладно, все. Заново? Ух, как круто, блин. Идите вы в жопу. Идите в жопу. В жопу пошли все. В жопу всех вообще, все заставки. Идите нахер. Тут это душится, тут всякая фигня. Наш шприц берем, который мы тогда, блин, начинаем эту желтой стадии. Тогда убил красный, сейчас желтый. Это будет то же самое, но похуже, ну как бы полегче. Как что ли сказать? Так, белая, вот желтая. Она такая уж жестокая, конечно, но все же. Ну так, очень извиняюсь, меня прервали, у меня был звонок. Так, продолжаем. Тут летит какой-то стул. Мужик умер. Так, может тут в ящике что есть? Можно по нему долбануть. Так, это Дадди, который нас тогда завалил. Сейчас мы ему напилюкаем. Дадди, херади, блин. То есть не он нас завалил или он нас... Нет, точно не он. С одного плюхи его так чпокнули, что нас завалил. Так, пойдем шприц возьмем. В какой-то из комнат, я не помню с какой. Ну, суть ясна. В какой-то. Вот. Тут у нас микстурки лежат, хп восстановлял. Целая куча аж. Так, мы сныкались все-таки от него. Убиваем его опять шприцом в горло. Так. Он даже нам ничего не смог сделать. Вот этим я и люблю. Тут я имею в виду быстрые киллы. То, что, так что можно сделать так, чтобы тебя никто даже не пропалит. Что-то там кого-то там завалил даже. Ну, подавные. Так. Тут где-то надо вызвать лифт. Вот теперь ждем лифта. Пока лифт придет. Можно пока побегать. С двух сторон тут какие-то мобы. Непонятные. Стоп. Дверку, кажется, можно открыть. Ой, тут у нас ножичек. Это круто. Теперь садимся в лифт и едем. Ну, у каждого оружия есть по три комбо. То есть обычное, желтое, ну, тяжелее и очень тяжелое. Так, вообще у каждого огнестрельное, но, кстати, тоже есть. В дальних уровнях будет, то есть позже. И тому подобное. Так. Мы все едем, 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 да. Мужик кого-то тут завалил, башку ему там что-то пробил или что-то ему сделал. Ну, очень много чего ему сделал. Вообще. Так. Влезаем. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес. До встречи.